Для сведений жителей Электрогорска дополнительно сообщаем, что в Электрогорской поликлинике существует запись через информат по телефону, через городской телефон 3-14-92, через сотовый телефон 8-496-43. 3-14-92. Для того, чтобы записаться по телефону к врачу, пациенту необходимо всего лишь продиктовать номер медицинского полиса. Также можно записаться через интернет по сайту drafmosrec.ru, Электрогорская поликлиника. Также набирайте через полис и записывайтесь на прием к любому врачу. Есть московский колл-центр губернаторский. Телефон московского губернаторского телефона 8-800-550-50-30. Чтобы у вас не было проблем при пользовании госуслугой электронная регистратура, необходимо предварительно в регистратуре поликлиники завести электронную карту пациента. Если нет электронной карты, вы оформляете в регистратуре. Для этого с собой нужно иметь полис, паспорт и страховой СНИЛС.